приветствую вас. Если вам нужно именно разобраться в ситуации, да, как таковой, то я полагаю, что ее можно описать следующим образом. У вас заниженная самооценка, у вас психотическая модель поведения, то есть модель поведения, ориентированная на привязку к другим людям, к мужчинам. У вас, скорее всего, есть недолюбленные со стороны родителей, в частности со стороны отца, потому что вы выбрали себе мужчину на 13 лет старше. Вот, и, соответственно, вы склонны к тому, чтобы свои интересы ставить в ущерб интересам другим людям. Наоборот, интересы других ставить превыше своих интересов. Вот так вот, я бы сказал. И, соответственно, это непосредственно то, что с вами сейчас происходит. Чего хотите вы? Для меня большой вопрос. Чего именно вы хотите? То есть, что вам нужно? Конкретно. То есть, хотите ли вы разобраться в себе? Хотите ли вы как-то наладить отношения с мужчинами, чтобы они относились к вам иначе, или, может быть, что-то еще, это уже зависит от вас. То есть, вам решать, какая будет, собственно, помощь, собственно говоря. Вот. А, на мой взгляд, это и является тем основным моментом, на который вам стоит обратить внимание. Вот. Что касается мужчин, как таковых, то здесь мне представляется ситуация следующим образом, что вам не нужно находиться, точнее не нужно, да, находиться в отношениях ни с тем, ни с другим мужчиной, ни тот, ни другой, вам не даст ничего хорошего, ни тот, ни другой не позволит вам быть счастливой, ни тот, ни другой мужчина не принесет вам счастья, потому что оба они пьют, оба они являются зависимыми, и оба они, в общем-то, ищут тех женщин, которые бы их обеспечивали и, собственно, которые их, значит, ну, за ними ухаживали, для которых они были бы, ну, скажем так, детьми. Вот. То есть, знаете, какая история получается, что для вас мужчины – это дети, мужчины видят в вас прислугу, вы являясь прислугой, соответственно, принижаете себя. Принижая себя, вы обесцениваете себя в глазах мужчины, в итоге получается, что вы несчастливы. Вот. Ну и подумайте несколько иным образом, вот, например, в контексте того, что я вам сейчас скажу. Смотрите, был один мужчина, да, один мужчина был у вас. Он, этот мужчина, пил. Этот мужчина пил и поднимал на вас руку. Соответственно, вам это надоело, да, вам это было неприятно, вы, собственно, от него ушли. Что происходит далее? Вы ищете, находите себе мужчину, вы так и говорите, нашла себе мужчину. То есть это такой соответствующий подход к мужчинам вообще, к сожалению, видимо. То есть, обычно мужчин себе не ищут. С людьми, как правило, строят отношения, я бы сказал.
это ключевой момент здесь, что с людьми выстраивают отношения. Понимаете, то есть людей узнают, людей изучают, изучают себя, смотрят, как, значит, складываются ли отношения или нет. Вы же по какой-то причине даже согласились на брак, гражданский брак, что тоже, к сожалению, свидетельствует о том, что у вас несколько занижена самооценка, к сожалению. Вот. На мой взгляд, это тоже важный аспект. Так вот, второй мужчина, с которым вы в отношениях, тоже пьет. И плюс ко всему, жалуется на вас, на, финансы, да, на то, что вы мало зарабатываете и так далее. Вопрос. А с чего мужчина решил, например, что вы вообще должны зарабатывать много, ведь работает он? Или как? Или что? Понимаете, то есть уже сейчас мужчина пытается повесить на вас обязанности какие-то. Ну и вопрос к вам, ничего ли вам это не напоминает, да? Далее. Вызывает вопрос, насколько вы сознательны в своем поведении. То есть мужчина обвиняет вас в финансах, в том, что вы мало зарабатываете. Мужчина явно злоупотребляет алкоголем. А при этом вы от него беременны. То есть вот возникает вопрос, так, думаете ли вы о себе, забудете ли вы о себе, имеете ли вы какие-то свои собственные цели, свои собственные границы, свои собственные какие-то, значит, рамки и так далее. То есть, почему вы беременеете, хотя мужчина даже не ваш муж официальный, а только гражданский. Понимаете? Вот. И по поводу любви, я, конечно, не знаю, да, то есть вот вы говорите, что вы нашли себе мужчину, противоположность своему бывшему мужу. Что это значит, если он пьет? Получается не противоположность, а получается такой же. Понимаете, то есть вот здесь ситуация, конечно, требует своего выяснения. И, соответственно, дальше будет хуже. Если мужчина пьет, часто, много, то дальше будет хуже, дальше будет больше обвинений, больше всего такого, а после того, как мужчина узнает, что вы беременны, он вообще расслабится и будет еще больше вас принижать. Поэтому я рекомендую вам подумать как следует и, наверное, все-таки отдалиться от обоих мужчин, да, то есть от бывшего своего мужа и от того, и от гражданского мужчины тоже. И, соответственно, больше времени уделять именно себе, больше внимания уделять себе, повышать свою самооценку, границы, развивать в себе уважение к самой себе, заботиться о себе и о ребенке, потому что таким поведением вы не добавляете уважения ни самой себе, да, ни людям, к себе, ни, соответственно, ваши дети, а дольше уважать вас больше не станут, да и им в жизни легче не будет от этого, от того, как вы себя ведете. Вот. То есть, пока что вы ведете себя скорее как жертва, да?
скорее. Вам нужно же брать ответственность на себя за свое поведение, за свою жизнь. Вот. И тогда, будет гораздо лучше. Потому что вот сейчас ситуация именно такова, что вы как будто абсолютно не влияете на то, что происходит с вами, на то, что происходит в вашей жизни. Вот. Абсолютно вы на это не влияете. Как будто. И вот эта вот безответственность за свою собственную жизнь, за себя, она не является чем-то, что, ну, что сделает вам счастье. Понимаете, потому что получается как? Вы говорите, я нашла себе мужчину, значит, вы хотели его найти, значит, вам это было нужно. А значит, без мужчины вы чувствуете себя плохо. А это значит, что сами по себе вы гармонию не чувствуете. Вот в этом и заключается основная беда и сложность, что сами по себе вы себя не принимаете. То есть основной упор нужно сделать на ценность в себе, на вашу собственную ценность, как я. Индивидуальную и обособленную пока что. Вот. Чтобы вы четко оценивали, чего вы хотите, чтобы вы знали, чего вы хотите, чтобы вы ценили себя, уважали себя. Вот. А поскольку самооценка, как правило, формируется в детстве родителями, ну, иногда она формируется в результате каких-то событий травмирующих, но по большому счету это формируется все-таки именно именно родителями. То работать нужно с детско-родительскими отношениями в первую очередь у вас. И уже потом, после этого, можно будет вам выстраивать отношения с мужчинами по-новому. То есть, где вы будете ценить себя, уважать себя, любить себя и так далее. Вот мне кажется, что именно в таком ключе и нужно вам, значит, действовать, в том числе и дальше, ну, в том числе и по жизни. И тогда вот таких ситуаций, какие есть сейчас, вот таких ситуаций, как она происходит в данный момент, у вас не будет. Ну, на мой взгляд, да? Вот. Но для этого, другое дело, что для этого необходима работа. Да, для этого необходима работа. Именно работа над собой. Вот. Что касается беременности, то, ну, опять же, если вы не доверяете мужчине, если вы знаете, например, что одного ребенка вы не потянете, то есть еще одного ребенка вы не потянете, ну, соответственно, имеет смысл сделать аборт. То есть в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего ненормального, да, в этом нет ничего аномального, вот, и так далее. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.